Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна. Именно поэтому в русских православных обителях во всем полагаются на волю Божию, как полагалась на нее преподобномученица Параскева, претерпевшая в этих местах свои последние мучения. Это святая угодница Божия. Своими молитвами, трудами и мученической кончиной прославила эти места. И видим, свидетельством этого ныне является ее чудотворный источник, никогда не пересыхавший множество веков. Согласно древнему преданию, святая начала проповедовать язычникам святую православную веру. Во время своих путешествий она пришла в Крым. Местные жители с древности знают, что именно здесь святая Параскева претерпела свои последние страдания. Ей отсекли голову. Но духовный подвиг святой мученицы не остался забыт. Господь вновь осветил эти места светом Христовой веры. В XIX веке у источника святой Параскевы поселилась болгарская девушка Константина. Господь своим промыслом привел подвижницу в эту местность. Она неустанно молилась об основании здесь женской обители. Для меня это пример, знаете, такой воли, такой вот силы духа. Это ж надо быть такой сильной женщиной, жить в таком, в пещерку. Вот мы только что вернулись оттуда, в пещерке жили в таких условиях. И как вот она воспринимала все, что было, окружало ее со спокойной душою. Ни капли не гневаясь. Вот она действительно воспринимала так, как нам велит Господь. И для меня это пример. Расцвет монастыря в конце 19-го, начале 20 века связан с именем Третьей Параскевы, в миру Ольги Родимцевой, руководившей обителью 38 лет. Матерь имени Параскева Родимцева в своем завещании писала о том, что она святая, но она апостольная, ибо она шествовала путем апостолов. Мы в Акафисе читаем житие, что она пригнувала их подвигу и оставив все земное попечение, забыла о том, что она женское естество носит, пошла, вооружившись крепкой верой в того, кого возлюбила паче всего на свете. Нам очень повезло, потому что мы живем на том месте, где воистину совершился подвиг нежного женского естества и крепкого православного, крепко верующего Бога сердца. Во времена советской власти, то есть в монастыре, как и тогда многие церковные заведения, так сказать, подвергался гонениям, да. Она была приговорена к расстрелу вместе с монашками, и, то есть, как бы, она до расстрела не дожила, то есть, а когда начали взрывать церковь, она умерла от сердечного приступа. Чудотворной силой обладала, то, что могла исцелять больных людей, те, которые могли годами сидеть у нас, ну, в кресле и приезжали на могилу, там, и исцелялись.
На горном склоне Каратау, где располагается Топловский женский монастырь, еще в средние века христиане строили храмы. До сих пор в окрестностях обители сохранились развалины греческой церкви и армянский храм. Место для будущей святыни выбрал архиепископ Херсонский Таврический Иннокентий Борисов, когда путешествовал по Крыму, узнав о целебном источнике Чокрак-Сатлык-Су, с татарского «живая вода», почитавшимся святым и христианами, и мусульманами. Именно у источника была чудесным образом обретена икона святой Параскевы. Крымская война помешала скорому исполнению воли архиерея. В июне 1863 года у источника Параскевы была построена церковь, освященная в честь преподобномученицы, а осенью 1864 состоялось торжественное открытие монастыря. В 1928 году по печально известным причинам монастырь был закрыт на долгие годы. Возрождение обители началось лишь в 1992 году, когда жители сел Учебная и Тополевка решили создать православную общину храма всех скорбящих радости. Годом позже, в июле, Совет по делам религии зарегистрировал устав Топловского женского монастыря преподобномученицы Параскевы, а в 1998 в истории монастыря в четвертый раз появилось имя Параскевы. На сегодня все эти испытания уже позади. Ныне мы торжественно празднуем юбилейную дату этой святой обители. 150 лет прошло со дня основания монастыря. Обитель вновь процветает. Возрождается главный собор монастыря. Возносится молитва, ведь каждый христианин знает, что ничего не может быть главней молитвы. Пусть всемилостив Господь молитвами святой преподобной мученицы Параскевы дарует всем нам здравие духовного и телесное и свою всесильную помощь. А игумени и сестрам святой обители и далее ревностно подвигом добрым подвязаться, помогая каждому приходящему в это святое место как добрым словом, так и делом. Это обитель, такое благодатное место, куда стремятся люди вот издалека, не то что из других городов, но из других стран. И вот, на мой взгляд, я лично тут чувствую во всем вообще любовь к Богу такую, что вот просто нигде ее, наверное, ну мало где увидишь. Тут все дышит любовью к Богу. Я сюда приехала набраться благодати, потому что великий праздник, сегодня 150 лет монастырю, и вообще это, я считаю, женская обитель, это всегда больше благости. Окунуться в святую воду, здоровья набраться, силы духа и силы крепости, и возвратиться домой здраво, невредимо. Многочисленные паломники, приехавшие в Топловский монастырь в день памяти преподобной мученицы и именин матушки игумени, стали молитвенниками трех литургий – ночной, ранней и архиерейского богослужения. И, конечно же, все они побывали на святых монастырских источниках. Я уже разов пять, наверное, окунался. Очень интересная. Очень такая вода, очень холодная такая. Я бы сказал, как-то прям аж насыщенная такая. А такая очень освежающая. И как-то прям просветляющая такая. Бодрость сразу ощущается. И, ну, как-то дух, кажется, крепче, да, становится. Эти места, то есть непосредственно купели, они несут большое целебное действие. То есть мы действительно приезжаем сюда с семьей не первый раз. И приезжали на протяжении 3 или 4 лет, привозили сюда детей. У детей была температура 39, мы их окунали в купели, и все чудесным образом, ну,
дети выздоравливают. Это факт. Дойти до третьей купили, так как мы в прошлый раз прошли только две. Тяжело с детьми третью. Вот. Ну и вообще вот помолиться. Сын Артема и Оксаны, когда-то получившие исцеление, понимают, то, что с ним здесь произошло, настоящее чудо. Ну, не могу сказать, как я это чувствую. Ну, чувствую, но не могу сказать. Все богомольцы, приезжающие в монастырь, говорят, что молитва здесь особенная, хотя каждый просит о своем. Обращаюсь, конечно, с личными проблемами, но они сейчас личные какие-то, наверное, переросли в такие, наверное, всех нас общие, потому что больше всего просишь мира в душе, мира в семье и мира вообще вокруг нас, чтобы был мир во всем. Больше всего этого хочется и желаешь, и обращаешься с молитвами. О мире прошу в первую очередь, потому что это касается же всех. В каждую семью входит вот этот раздор и эти проблемы, правильно? Не только в страны, а в первую очередь касается каждого человека. Поэтому вместе с нашими батюшками, с нашим владыкой стараемся молиться, обращаться к Богу с молитвами о мире. Надеемся и надеялись, что ваши молитвы были сегодня обильные, любви обильные, мы это чувствовали, и мы вам очень благодарны. Спасибо вам за все, родненькие. Низко кланяюсь от всех сестричек, что нам сегодня не одиноко, что мы все с вами вместе. Да хранит нас всех Господь. И многое всем, и благая, и спасительное лето. Многое лето. Глядя на такую красоту, собор, который матушка строит, я хотел бы сказать ей, спаси Господи, за те труды, которые она делает. Трудная жизнь игумени, насколько она трудная жизнь, настолько она благодатна. Радуемся для того, из-за того, что расцветает эта обитель. Благословение Божие да пребудет со всеми.